помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Восстали на меня враги мои, они сами пали. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами и со Духом Твоим. С огромной радостью, дорогие мои, приветствую вас в нашей общине Божьего милосердия. Я с вами, отец Якуб, начинаем нашу сегодняшнюю молитву. День обыденной серии, как обычно, как каждый другой день, наполненный Божьим милосердием и Божьей благодатью. Евхаристия всегда является моментом благодарения, и просим, чтобы Господь принял от нас благодарение за все это добро вчерашнего, сегодняшнего дня. Просим также, чтобы утешил всех тех, кто в данный момент, в эти дни, моменты переживает какие-то печали, боль после потери кого-то близкого, кто-то хоронит своих близких. Знаем этих людей, они где-то и молятся вместе с нами. Просим Господа также утешения и для нас, а дар слова и правильного совета. Пусть и в нас исполнится воля Божия. Начинаем нашу святую Евхаристию и попросим у Господа прощения за все наши грехи, чтобы мы могли с чистым сердцем совершить это святое таинство. Исповедую перед Богом всемогущим, перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог, простив нам грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христе, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помолимся. Боже, источник всякого блага, по милости Твоей помоги нам по Твоему вдохновению познать и под Твоим водительством творить то, что праведно. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение второго послания святого апостола Павла Коринфянам. «Братья, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем более изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Слово Божие. Благодарение Богу. Господа, воспойте свято Его имя.
Господа воспойте, свято Его имя. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножью Его, свято оно. Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали Господу, и Он внимал им. Господа воспойте, свято Его имя. В столпе облачном говорил Он к ним, они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господь Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Господа воспойте, свято Его имя, превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо Господь Бог наш. Господа воспойте, свято Его имя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Научи меня, Господи, стезям Твоим, направь меня на истину Твою. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь с вами и со Духом Твоим. Чтение Святого Евангелия от Матфея. Слава Тебе, Господи! В то время Иисус сказал ученикам Своим: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наряду в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Слово Господне! Слава Тебе, Христе! Дорогие мои братья и сестры во Христе, в сегодняшних чтениях, первое и потом в Евангелии, звучит, представлено, затрагивается очень важный вопрос, который появляется и в нашей жизни как возможность, как выбор, с одной стороны, как риск или как правильный путь. Речь идет про, ну, в общем, про две возможности, как будто альтернативы, которые могут наполнять нашу жизнь. Наша жизнь может быть наполнена, как Павел говорит, буквой закона, или, с другой стороны, может быть наполнена духом. У Иисуса в Евангелии точно так же где-то и звучит это, потому что здесь Иисус говорит, что не пришел нарушить закон, букву этого закона, только исполнить этот закон, значит, дать что-то больше, пролить в букву закона вот некий дух, не жизнь. Что ж такое, перед чем, какая проблема, какая трудность появляется здесь, перед нами? Есть всегда в духовной жизни двойного рода, как сказать, возможность. Или человек живет по буквам, имеется в виду не по фарисейству, но живет по религиозным практикам, живет по исполнению неких законов, когда старается действительно исполнить все, что перед ним сказано, и все, тогда он живет по буквам, он живет по законам, по правилам. И здесь ничего плохого такого нету, но чего нету? Нету того, о чем Павел говорит, нету духа. Стоишь перед Богом, как тот, который исполняет труд божественный, который должен выполнить свою обязанность, который должен прочитать Библию, который должен прочитать эти молитвы, который должен и должен и должен. Но чего нету? Нету той жизни, которая там
должна проявиться. Вместо того, что я должен, человек себе должен сказать: я хочу жить Тобой, Господи. Я хочу пребывать в Твоей присутствии. Я хочу дышать Твоей любовью и милосердием. Я не хочу чисто формально исполнять эти законы, весьма важны. Только я хочу быть прежде всего, быть, как сказать, объектом Твоей любви, наслаждаться Твоим милосердием и нас отвечать Тебе на Твою любовь, своей любовью. Точно так же Иисус говорит: я не пришел нарушить закон. Все думали, может быть и так, может идет что-то. Нет, говорит Иисус, я не пришел, ничего здесь не поменяется. Но однако этот закон, все, чем вы живете, будет наполнено духа чем? Иисус даст жизнь этому всему и покажет. Живите перед Богом прежде всего в реальным, истинным, живым общением. И тогда все законы, все правила, по которым вы поступаете, все это будет иметь смысл. Дорогие, по-современному иногда говорит, перед нами существует возможность или жизни религиозной, или жизни веры. Или быть человеком религиозным, или быть человеком веры. Человек религиозный, человек религии – это исполняющий, все правильно, все хорошо, но это мало. Пора переходить к человеку веры, то есть таким, который живет в присутствии Бога и живет постоянным общением, диалогом с Богом. И тогда религиозность переходит в что-то другое, в что-то более глубокое. Говорит, пришел момент, где, может быть, религиозных людей, тех, которые исполняют, я говорю еще раз, букву закона, может быть, много, верующих людей, тех, которые переходят, превосходят эту религиозность и входят в живое общение. Вот это цель и то, что показал нам Иисус через свое общение с Отцом. Дорогие, стоим перед сегодня, и давайте подумайте, да я тоже, правда, и сегодня вечером, ближайшие дни, моя молитва, почему я ее делаю? Все эти, что я Богу обещал, мои венчики, мои навенны, мое время, которое я провожу перед Богом, сколько там из послушания и религиозности, потому что я должен перед Богом страшно все это начитать, или там есть сначала радость встречи с Богом, радость общения с Ним. Есть жизнь, которая начинается с самых простых слов: Господи, как мне хорошо быть в Твоем присутствии. О, мой любимый, спасибо Тебе за это время, за мою жизнь, за то, что еще дышу, что то сердце еще бьется, за то, что Ты мне дал сегодняшний день, за то, что могу встать перед Тобой и молиться. Может быть, я не дочитаю этого розария, может, я засну. Может, я не успею дочитать. Но самое главное, что Ты меня любишь, и я Тебя люблю, как могу. Живу моей верой. Хочу отражать Твое присутствие, Твою любовь в своей жизни. Не хочу просто начитывать Тебе моих религиозных текстов. Я их прочитаю, но прежде всего хочу быть с Тобой, потому что Тебе более угодная вот моя любовь, мое внимание, мое присутствие. Вот мой простой диалог с Тобой. Вот исполняется тогда то, о чем Иисус говорит. Не нарушить я пришел, но исполнить. Пусть наша религиозная жизнь исполнится, наполнится Духом Христовым, чтобы мы были прежде всего как те, которые принимают любовь со стороны Бога и на эту любовь отвечают верой. Не религиозность чистая, но жизнь веры, жизнь живого отношения с Богом. Аминь. Братья и сестры, веруя, что Дух Господень наставляет на всякую истину, помолимся. Услышь нас, Господи. Да укрепляется Церковь, святая многими призваниями к священству и монашеству. Услышь нас, Господи. Да исполняются миряне и священнослужители разума и мудрости. Услышь нас, Господи. Да будут всегда наши дома очагами дружелюбия и гостеприимства. Услышь нас, Господи. Да будут всегда наши дома и наши общины местами, в которые живем живой верой, читая молитвы прежде всего, радуемся Божьим присутствием. Услышь нас, Господи. Да удостоятся усопшие вечного созерцания величия Твоего.
услышь нас, Господь. Да будем мы всегда стремиться к усердному служению нашим ближним. Услышь нас, Господь. Боже, не презри моления народа своего и не отврати лица твоего от нас, но укрепи в верном служении тебе, Богу живому и истинному, через Христа Господа нашего. Аминь. Благословен ты, Господи, Боже вселенной, ибо по щедрости твоей ты дал нам хлеб, плод земли и трудов человеческих, и мы приносим его тебе, чтобы он стал для нас хлебом жизни. Благословен Бог вовеки. Через эту тайну воды и вина да приобщимся к божеству того, кто ради нас стал человеком. Благословен ты, Господи, Боже вселенной, ибо по щедрости твоей ты дал нам вино, плод лозы и трудов человеческих, мы приносим его тебе, чтобы оно стало для нас питьем духовным. Благословен Бог вовеки. Прими нас, Господи, стоящих пред тобой с смиренным духом, сокрушенным сердцем. Да будет эта жертва наша угодна перед тобой, Господи, Боже наш. Умой меня, Господи, от беззакония моего, от греха моего очисти. Братья и сестры, молитесь, дабы наша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь эту жертву из рук твоих во хвалу и славу имени своего, ради блага нашего, всей Церкви своей святой. Господи, обрати свой милостивый взор на наше служение, да будут благоприятны тебе дары, которые мы приносим, и да возрастает в нас любовь. Через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами и со Духом твоим, вознесем сердца, возносим ко Господу, возблагодарим Господа Бога нашего, достойно это и праведно. Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий Вечный Боже. Ты через возлюбленного Твоего Сына сотворил род человеческий и по великой щедрости обновил его. Посему достойно служить Тебе все творение, Тебя подобающее, восхваляет Тобой искупленная вселенная, и святые Твои единым сердцем Тебя благословляют. Поэтому и мы со всеми ангелами Тебя славим, в радостном, непрестанном исповедании взывая. Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, полны небеса и земля славы Твоей, осанна вышних. Благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних. Воистину свят Ты, Господи, источник всякой святости, поэтому просим Тебя, освятите дары излиянием Духа Твоего, чтобы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он, добровольно предавая себя на страдания, взял хлеб и тебе, вознося благодарение, преломил и подал его ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». Подобным образом, после вечери, взяв чашу и вновь вознося тебе благодарение, он подал ее ученикам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне». Велика тайна нашей веры. Смерть Твою возвещаем, Господи, воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Итак, вспоминая о смерти и воскресении Его Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения и благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять пред Тобой и служить Тебе. Смиренно молим, чтобы, причащаясь тела и крови Христа, мы были собраны Святым Духом воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле, с телом совершенной в любви вместе с Папой нашим Франциском, епископом нашим Павлом, его вспомогательным епископом Николаем и всем духовенством.
Помни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, и всех почивших в Твоем милосердии. Прими их в свет лица Твоего. Всех нас помилуй, удостой нас участия в вечной жизни. Вместе с Пресвятой Богородицей, Девой Марией, с блаженным Иосифом Иоабручником, со святыми апостолами и всеми святыми от века Тебе угодившими, чтобы с ними восхвалять и прославлять Тебя через Сына Твоего Иисуса Христа». Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Мы приняли Святого Духа, который соделал нас детьми Божьими, поэтому с благодарностью дерзаем взывать. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, какие мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, Господи, от всякого зла. Даруй милости во мир в дни наши, чтобы силой милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, просим Тебя, не взирай на грехи наши, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умерите и объединить ее, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков». Аминь. Мир Господа нашего да будет всегда с вами и со Духом Твоим. Приветствуйте друг друга с миром и любовью. Мир всем вам. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, даруй нам мир. Вот Иисус Христос, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженно званый на вечерю Агнца. Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, исцелится душа моя. Господь, твердыня моя, прибежище мое, Бог мой, избавитель мой. Твоим стопам, о мой Иисусе, я преподаю, приношу Тебе раскаяние своего сокрушенного сердца, погруженного в собственное ничтожество и в Твое святое присутствие. Поклоняюсь Тебе в таинстве Твоей любви, желаю принять Тебя в бедные обители, какую предлагает Тебе мое сердце. В ожидании блаженного момента, когда я приму Тебя в святом причастии, желаю получить Тебя в духе. Приди ко мне, мой Иисусе, чтобы я смог прийти к Тебе. Да воспламенит Твоя любовь все мое существо в жизни и в смерти. Верую в Тебя, надеюсь на Тебя, люблю Тебя. Аминь. Помолимся. Господи, целительным Твоим действием милостиво избавь нас от наших пороков и наставь нас на праведный путь. Через Христа Господа нашего. Аминь. Дорогие мои, всем вам большое спасибо за совместную молитву. Завтра в четверг
Тоже венчики розарий будем читать индивидуально. Встречаемся вечером в 6 часов святая месса, а скоро в горизонт уже суббота, воскресенье, пятница, суббота, торжество Святейшего Сердца Иисуса и потом непорочное сердце Девы Марии. Готовимся к этим праздникам. А перед нами сегодня, ну, вопрос: моя жизнь с Богом – это жизнь религиозная или жизнь веры? Давайте запомним, жизнь религиозная – это та, которая опирается на достаточно жесткой структуре формального повеления. И это как?